Всем привет, с вами GameGuru, меня зовут Александр, и как вы знаете, недавно на нашем сайте запустилось кулинарное шоу «Голодный пекарь», в котором мы готовим блюда из ваших любимых игр. И в одном из выпусков мы разыгрывали вот такую замечательную книгу Челси Монро Кассель, замечательной женщины, которая написала очень много рецептов, посвященных замечательной игре World of Warcraft. В конкурсе вам нужно было находить каких-то там персонажей из игры, спрятанных где-то в видео, и мы получили довольно много заявок, но все-таки выбрали одного победителя. Им стал вот этот молодой человек. Как тебя зовут? Борис. Отлично, Борис. Возьми свой приз. Это заслуженная награда. Скажи, пожалуйста, ты любишь готовить? Да. А Warcraft любишь? И Warcraft люблю. И расскажи, как давно ты играешь в Warcraft? С 2008 года, с марта, за полгода до выхода Лич Кинга. Угу. Я что, пробовал все персонажи? Классы? Нет, не все, но основной у меня воин, основной любимый и первый, он же. Угу. А так, есть разные классы, есть сова, есть... Неплохо. Я вот когда-то на роге играл, и на маге. Рога у меня маленький есть, технологический. Технологический, рога от него. Сам процесс, механика не очень понравилась за рогу. Ну, он крыса. Можно нечестно сражаться. По бытрюку, да, по почкам и так далее. Ну, да, ладно, ты расскажи, какое вообще блюдо ты планируешь первым приготовить? Пожалуй, у меня даже, кстати, еще этот рецепт есть, его уже в игре не добыть. Отбивные могили, где ракетное топливо входит ракетное в состав. Топливо. Ну, ты смотри, только ракетное топливо настоящее-то не подливай. Я думаю, не стоит этим заниматься. Ну, я думаю, что-нибудь типа джина и рома. Друзья, очень вам благодарен за конкурс. Не знал про существование вашего канала. Вообще говоря, в живом журнале наткнулся на рецепты из... «Игра престолов». Да, из «Игра престолов». Подумал, а почему Warcraft никто еще не сделал? Вот. Залез в Google, оказывается, не только сделал. Есть и книга, да. Есть ваш замечательный канал. И есть, в общем, кроме вас, полно энтузиастов, которые, оказывается, этим увлекаются. На китайском телевидении целую передачу запускают этой книги, так что это сейчас тренд. Мы первым ее схватили. Ну, надеюсь, что эта книга подарит тебе много вкусных блюд. Да, может быть, нас еще добрым словом поменяешь. Ладно, спасибо тебе.